Алена выросла в любящей семье, где родители к ней хорошо относились и старались во всем поддерживать. Но потом в ее жизни появился парень Саша. Алена с Сашей познакомились в социальных сетях. Он вызывал доверие, был милым и заботливым. По словам мамы, Алены всегда приносила ей и дочери цветы. Однако идиллия длилась недолго. Парень стал контролировать жизнь Алены, с кем она общается, какие фотографии загружает в интернет. Также Саша часто скандалил с девушкой и даже мог поднять на нее руку. Но самое немыслимое заключалось в том, что парень тайно снял интимное видео с девушкой, а потом стал ее этим шантажировать. Хотя сам изменил Алене и считал, что в этом нет ничего трагичного. Мама девушки утверждает, что Саша хотел удержать Алену, сделав ей ребенка. После проекта Алена действительно рассталась с Сашей и даже не вписала его в свидетельство о рождении ребенка. Саша, конечно, стал угрожать ей судом и тестом ДНК, но до сих пор это все только на словах. Также стало известно, что умерла мама Саши, а его сестра пыталась выходить на связь, но никогда не предлагала помощи Алене. Изредка он, конечно, напоминает о себе и иногда даже видится с дочкой. Также Алена говорит, что Саше необходимо повзрослеть. Он позвонил Алене в 6 утра и сообщил, что попал в ДТП. Девушка, конечно же, перепугалась, но, как выяснилось позже, это была всего лишь глупая шутка. А у меня на этом все. Услышимся!